С вами Николай Пивненко в проекте «Дата». Сегодня 16 сентября. Международный день охраны озонового слоя. В 1987 году в Монреале, рядом стран, в том числе и Советским Союзом, был подписан протокол об озоноразрушающих веществах, который предусматривал замораживание и последующее сокращение производства химических соединений, наиболее опасных для тонкого озонового слоя Земли, который является практически единственной защитой всего живого от солнечного ультрафиолета. Впрочем, до сих пор химия развивается, и что-то мне подсказывает, у озонового слоя впереди еще самые трудные времена. Также в этот день отмечается день рождения Джульетты, причем отмечают его в итальянском городе Верона. Это знаменитая шекспировская героиня самой печальной повести на свете. Хотя на момент описания событий в трагедии Ромео и Джульетта главной героине еще не исполнилось и 14 лет, Верону до сих пор приходят письма от всех влюбленных, адресованные Джульетте, с просьбами дать совет или напутствие в нелегкой любовной ситуации. А уж этих ситуаций весьма и весьма много. У родившихся 16 сентября 1745 год в этот мир приходит Михаил Илларионович Кутузов, Голенищев Кутузов, светлейший князь Смоленский, генерал-фельдмаршал, первый полный кавалер ордена Святого Георгия, великий полководец, искусный дипломат. Победа русской армии в Отечественной войне 1812 года неразрывно связана с его именем. В 1774 при ликвидации турецкого десанта под Алуштой он был тяжело ранен. Пуля через левый висок вышла у правого глаза. Через 14 лет при осаде Очакова другое ранение. На этот раз пуля попадает в щеку и выходит в затылок. Лечивший его хирург заметил: должно полагать, что судьба назначает его к чему-нибудь великому, ибо он остался жив после двух ран, смертельных по всем правилам науки медицинской. 1925 год. День рождения знаменитого американского блюзмена Биби Блюзбоя Кинга. В 1937 году родился Александр Медведь. Борец, трехкратный олимпийский чемпион. Помимо олимпийских побед, он 7 раз добивался титула чемпиона мира. За эти годы он лишь один раз уступил титул сильнейшего борца. Среди борцов-тяжеловесов Медведь был, если можно так выразиться, самым хрупким. Рост всего каких-то 190 сантиметров и вес жалких 103 килограмма. Но своих соперников он побеждал за счет великолепной техники, скорости и воли к победе. День рождения отмечает сегодня Евгений Петросян, который родился в этот сентябрьский день в 1945 году. Ну а теперь о событиях этого дня. 1782 год. Впервые использована так называемая большая печать правительства Соединенных Штатов Америки. Она изготовлена по решению Континентального Конгресса. Ею проштамповали подписанное генералом Вашингтоном в 1789 году, он станет первым президентом, как известно, соглашение с Англией об обмене пленными и улучшении обращения с ними. Печать необычна тем, что имеет две стороны. Одной герб, который распростершиеся крылья белоголового орлана представляет собой. Этот рисунок используется для скрепления важнейших государственных документов. А вот другая сторона – символическим рисунком пирамида, олицетворяющая прочность государства, в качестве печати не применяется. Но ее изображение по распоряжению Франклина Рузвельта в 1935 году было помещено на однодолларовую банкноту. 1812 год. В момент входа французов в Москву 14 сентября в разных местах города осуществлялись поджоги. Французы уверены, что Москва поджигается по приказанию московского губернатора графа Растопчина. В ночь на 16 сентября начинается сильнейший ветер, который продолжается, не ослабевая, более суток. Пламя пожара охватило центр близ Кремля, за Москворечье, Солянку. Наполеон вынужден покинуть Кремль, переехав в Петровский путевой дворец. Пожар бушевал до 18 числа и уничтожил большую часть Москвы. Около 400 горожан были расстреляны французским военно-полевым судом по подозрению в поджогах. 1857 год. Джеймс Лорд Пирпонт, американский композитор и аранжировщик, органист одной из бостонских церквей, оформляет авторское право на песенку «Звените колокольчики»
«Jingle Bells». Теперь это одна из самых известных в мире рождественских песен. На ее мелодию написаны так называемые «зимние слова» и по-французски, и по-немецки. Да, наверное, на всех языках мира, в том числе и на русском. Во всех этих нехитрых текстах сообщается, как здорово ехать на санках вдвоем с девушкой по искристому снегу, хохоча и погоняя лошадку, а на крутом повороте вдруг вместе с подружкой очутиться в сугробе. Jingle Bells. В 1918 году, 16 сентября, в ЦИК учредил первый революционный знак боевого отличия воинов Красной Армии – Орден Красного Знамени. Инициатива учреждения ордена принадлежала военным, а создавался он под руководством Льва Троцкого, в то время наркома вооруженных сил. Первым кавалером ордена стал командир первых красноармейских отрядов уральских рабочих Василий Блюхер. Вплоть до учреждения ордена Ленина в 1930 году Орден Красного Знамени оставался высшей наградой страны. 1944. Глава СС Гиммлер на личной аудиенции поручает генералу Власову создать дивизию русских войск, так называемую Российскую освободительную армию. 2 августа 1946 года военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Власова и его приближенных к смертной казни через повешение. В тот же день в Москве на Лубянке приговор был приведен в исполнение. 1970 год. В опросе музыкального журнала New Musical Express титул лучшей группы года достается Led Zeppelin. До этого дня 7 лет подряд лучшим коллективом Великобритании неизменно называли группу Beatles. В 1979 году в Афганистане совершен дворцовый переворот. Премьер-министр и пламенный коммунист Хафизулла Амин свергает и арестовывает прежнего главу государства, личного друга Леонида Брежнева, Нур-Мухаммеда Тараки, генерального секретаря партии. В начале октября по приказу Амина Тараки и вовсе убит. Действия узурпатора шокировали советское руководство, и в декабре Амина ликвидируют в ходе быстрой операции, которая была проведена силами спецподразделений КГБ СССР и Советской армии. Но еще об одном событии более подробно. 16 сентября в 1956 году родился Дэвид Копперфильд. Коткин, американский фокусник, самый высокооплачиваемый маг мира. С детства он обладал уникальной памятью. Ему было всего 4 года, когда дедушка показал ему карточный фокус. Мальчик тут же его повторил. В 7 лет он уже демонстрировал свои личные фокусы прихожанам местной синагоги. А в 12 выступал в концертных залах Метчина. В 15 принят в американское общество магов, стал самым молодым его членом. А в 16 лет преподавал магию в университете Нью-Йорка на факультете иллюзионизма. В 1980-х годах со своими шоу Копперфильд объездил всю Америку, а затем и весь мир. Объединив достижения практически всех лучших иллюзионистов мира, он демонстрировал просто уникальные трюки. Падал в воды Ниагарского водопада, проходил сквозь Великую Китайскую стену и заставлял исчезнуть статую свободы. В чем ваш секрет? Конечно же, спрашивали все. И он отвечал: поверить, что нет ничего невозможного, а потом сделать все, чтобы это стало возможным. Артист имеет несколько премий Эмми, это аналог премии Оскар в области шоу-бизнеса. Он единственный иллюзионист в США, имеющий свою звезду на дорожке славы в Голливуде. А во Франции артист возведен в кавалеры искусства и литературы. И очень трудно поверить, где реальность, а где чудо. Ведь, согласитесь, все мы хотим и почему-то всегда верим в чудеса. С вами был Николай Пименко в проекте «Дата».